Неподалеку от остановки Павленко в 4 часа утра на придомовой парковке вспыхнул Nissan Almera. Тревогу забила хозяйка иномарки. Женщина проснулась от громкого хлопка. Услышав следом сирену сработавшей охранной системы, хабаровчанка подбежала к окну, но ничего странного в первые минуты не заметила. По ее словам, огонь появился далеко не сразу. Тогда-то она и набрала номер спасателей. Пожарные прибыли оперативно. Языки пламени, вырывавшиеся из-под капота, угрожали перекинуться на припаркованный рядом Мерседес. Немецкий седан в результате не пострадал, но под капотом Nissan огонь успел похозяйничать вдоволь. Чтобы исключить вероятность повторного загорания, пожарные основательно пролили водой не только двигательный отсек, но и салон иномарки. Наиболее вероятная версия ЧП – замыкание электропроводки. Хозяйка Nissan – инструктор по вождению. Автомобиль был куплен 1,5 года назад в фирменном салоне и оборудован как учебный. С места происшествия Полина Храмцова, Евгения Куликова и Александр Савчук.